Представляете, у меня есть невероятно вкусный рецепт домашнего хлеба. У меня живая закваска, сама приготовила. Отправляю в миску 200 грамм моей закваски, добавляю воду, воды 300 миллилитров, добавляю муку 350 грамм, перемешиваю все, оставляю отдыхать. Через 30 минут добавляю соль, даю раствориться, перемешиваю методом складывания. Поднимаю и складываю. Поднимаю, вытягиваю и складываю. Оставляю в покое тесто на 2-2,5 часа. Добавляю еще 45 грамм муки и методом вытягивания и складывания перемешиваю. Оставляю еще на 2 часа для подъема. Смотрите, каким живым оно стало. Оставляю еще на час-полтора. Формую шар. Даю подойти. Переворачиваю на лист и отправляю выпекаться первые 7 минут при температуре 220-230. Затем 40 минут при температуре 200 градусов.